Перед тем, как я спою уже свои песни на России, значит, я спою песню на стихи Николая Федоровича Дмитриева. Когда в 2005 году его не стало, руководителем была Маркова Валентина Николаевна, и она мне перед тем, как первый вечер памяти был организован в Покрове, в библиотеке, 25 января, как раз в день рождения, там еще только-только полгода прошло, библиотеку, в читальный зал, не так делают, обычно вот сейчас там собирают на праздники. И были на первой встрече очень многие из тех, кто знал и работал, и писал вместе с Николаем Федоровичем Дмитриевым. И вот эта рана, которая была на сердце очень тяжела, чувствовалась. Я на тот вечер понесла три песни, сейчас вот одну исполню. Самое интересное, вот эта песня на его стихи «Птицы ловчие», я уже этим летом услышала четыре варианта. Это мой, когда-то мой. И три варианта других. Орехова Зуева, в Москве и в Балашихе. Барды исполняли. Все три у Яблонька в Балашихе, они еще первые написали на эти стихи. У них совершенно другая песня. По-другому, как бы воспринимается по-другому. У Каретникова. В этом году, когда в Покров приезжали выступать на День памяти в июне, они исполняли стихотворение, и вот эту вот песню тоже включили. И певица из Москвы была, она тоже сказала, что она вот-вот написала. Так что вот, а я в 2005 году написала, вот этот вариант все-таки я исполнила. Подумать ей.